Валентина, скажи, каким требованиям должен отвечать застройщик? Знаешь, судя по последним событиям, в первую очередь застройщик должен быть добросовестным, а квартиры, которые он сдает, качественными, просторными и уютными. Похоже, я знаю, о ком идет речь. Трест Урал-Автострой – фирма, давно известная в Челябинской области. За десятки лет работы она хорошо зарекомендовала себя. На днях произошло очередное знаковое событие не только в жизни компании, но и всего города. В свои квартиры начали заезжать жильцы новостроек по улице Попова, 8. В общем, спасибо вам большое. Светлана Ивановна Соколова не скрывает эмоций. Сегодня в жизни ее большой семьи произошло очередное значимое событие. Родная сестра приобрела новую квартиру в комфортном районе Можгородка. Кстати, по соседству живет и сама Светлана Ивановна, и ее дочь. Сотрудничество семьи Соколовых с Трестом Урал-Автострой, крупнейшим застройщиком мяса, продолжается уже 5 лет. Так как считаю, что это одна из наиболее порядочных фирм, ну вот, которая ни разу не сделала обмана. Сдачу всегда планируют, когда сдачу, называет сроки, и причем очень качественно сдает все дома. Занимается благоустройством. Дом по улице Попова, 8, сегодня принимает первых новоселов. Будущие жильцы обживают свои квадратные метры, а рабочие завершают последние строительные работы. Дом полностью готов для приема новоселов, подводит итог генеральный директор Треста «Уралавтострой». И уже через месяц микрорайон полностью приобретет тот вид, который он должен иметь. Я думаю, что это будет образцово-показательный микрорайон для города, что, ну, как, знаете, как образец для подражания. Преимущество проживания в таком доме налицо. Просторные квартиры, удобная планировка, да и объекты бытового обслуживания в шаговой доступности. Здесь все продумано до мелочей. Относимся мы достаточно просто. Мы их строим и в дальнейшем эксплуатируем, поэтому мы строим для себя. Этот дом стал финальным аккордом в целом микрорайоне, выросшем на западе Можгородка. За последние 5 лет работы здесь Треста строители возвели 10 домов. Их площадь составила около 80 тысяч квадратных метров. Как уверяет застройщик Трест Урал-Автострой, это далеко не последний дом, сданный в нашем городе. Европейское качество квартир говорит о том, что счастливых новоселов будет еще много. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».